очень интересно. Занялся тысяча пунктов. Номер 28 Филатов Антон, 13 Анисимов Андрей. За ними готовятся 39 Мамышев Данияр, Юсупов, 18 номер Юсупов Руслан. 28, 13, 39, 18. Без вариантов. Он скакал как заводной энерджайзер. Безостановочно. Игорь, если не сложно, можно попросить тебя подать мне рюкзачок. Извини, дружище, у меня Nissan Sokol. Фальштарт выпускает Sokol. Это тактика такая, выматывание соперника. Я тебе скажу, Грегор не промотаешь. Так, не знаю, это расставление там для ЛПУ задают. Уж не знаю, почему. Я-я. А по-гречески как? Я скинулся. Это что, по-литовски, по-моему. Так, ну что там у нас? Давайте уже отпускать что-ли на дистанцию. Уж очень хочется... Ага, зафиналить. Сокол! Сокол! Извините, Ваненька, две победы. Ну что ж, вот так вот. А чё? Ну что ж такое? Роман, теперь не надо болеть вообще ни за кого. Мальстар уже пускают мои болельщики, вернее, мои протеже. Правильно? У моих, конечно, это, психологический настрой лучше, нервы крепче. Кстати, знаешь, как восстанавливаться? Кстати, друзья мои, оказывается, нервные клетки восстанавливаются, оказывается, лучше. Что тут поделать? Номер 22.
второй фальшстарт. Не все так просто. Второй фальшстарт уже. Нервишки-то. Так вот, как восстанавливаются нервные клетки? Все предельно просто. Нужно некоторое время в день ходить задом наперед. По несколько минут в день. Просто да, да, да. Задом наперед. Попробуй 402 метра пройти задом наперед. Ты будешь спокоен, как питон. Понимаешь? Не сказал же, что Майкл Джексон в последнее время ходил в лунной походке, но что-то не очень помогло. Но там совсем другая ситуация, более сложная. Более жизненная. Семья, брат, семья. Слушай, это сложно, сложно, предельно сложно, блин. Один в один просто едут машины. Смотрим на елку, нам все покажется. А BMW в этом заезде нету, все.